Я помню этот день. Он всегда в моей памяти. Когда раб смог отомстить императору. Где ты родился? Не знаю. Я не знаю ни матери, ни отца. Ты станешь моим орудием. Кто ты такой? Paramount представляет. Слышишь, как идет толпа? Величайший храм за всю историю Рима. Колизей. Вот во что они верят. Во власть. Вперед! Режиссер Ридли Скотт. Генерал Акакий, нас ждет много побед. Риму нужны силы. Как их прокормить? Накормите их войной. Аришат! Это он! На арене рабы становятся гладиаторами, а гладиаторы обретают свободу. В тебе есть что-то особенное. Я сразу это понял. Что именно? Ярость. Нет! Ярость твой дар. Надо выдержать бой! Выжить! Когда нападет, разбегайтесь по сторонам! Кому отрубить голову, чтобы утолить твою ярость? Всей римской армии. Многовато. Тогда генералу. В ноябре этого года. Рим должен пасть. Для этого много не надо. Это кольцо принадлежало Максимусу. Отныне оно твое. О чем еще мечтать, Рим, если не о свободе людей? Власть. Я был рабом, а сейчас империя будет в моих руках. Восстание. Я не дам истребить еще одно поколение римлян ради амбиций. Возмездие. Сила и честь. Сила и честь. Сила и честь. Сила и честь. Так Рим почитает своих героев? Гладиатор 2. Ноябрь 2024 года.